Китае сходят готовые машины, потом их частично разбирают, снимают несколько узлов, сейчас мы посмотрим какие, упаковывают все это в контейнеры, привозят к нам, распаковывают и собирают автомобиль обратно. То есть фактически надо организовать вот только одну линию, на которую постепенно все снятые части возвращаются на свои места и снова образуется серийный автомобиль, только уже с нашим ВИН-кодом и, соответственно, с надписью «Made in Russia», сделано в России.